конкурсов прекрасных, уже известных, именитых, но наш родился не напрасно, и пусть он станет знаменитым. Добрый день! Этим четверостишием мы открывали наш первый городской конкурс детского творчества «Салют вдохновения» в 2010 году. Через год он стал областным, а в этом году получил статус регионального. И родился он не напрасно, и знаменитым стал. Ведь география участников нашего конкурса очень обширна. Это города Орск, Медногорск, Бузулук, Сорочинск, Новотроицк, Акбулак, Абдулино, Осикеево, Ясный, Гай, Новоорск, Солилецк, Кувандык, Илек, Бугуруслан. Районные центры Ташлак, Шарлык, Сарактаж, Сакмара, Токс, Кваркино, Тюльган. Районы Адамовский, Новосергиевский, Беляевский, Александровский, Грачевский, Матвеевский и Оренбургский. А также города Кумертау, Салават, Республики Башкортостан, Магнитогорск, Челябинской области, Санкт-Петербург. Творческие состязания проходят по 16 номинациям. В этом году в конкурсе приняли участие около 5000 детей. В состав жюри конкурса входят заслуженные артисты, преподаватели, доценты, профессора Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповича, областного колледжа культуры и искусств, областного художественного колледжа, кафедры дизайна Оренбургского государственного университета, мастера сцены Оренбургского государственного областного драматического театра имени Горького. Второй год председателем жюри конкурса является заслуженный артист Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международного конкурса, профессор Уфимского государственного института искусств имени Закира Гариповича Исмагилова Лев Александрович Франк. Жюри номинации «Эстрадный вокал» второй год возглавляет доцент кафедры музыкального искусства эстрады Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Александрович Дрындин. Жюри номинация «Хореография» в этом году возглавляла кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии Самарского государственного социально-педагогического университета, преподаватель народно-сценического танца Попова Елена Николаевна. Сегодня славный юбилей. Живет наш конкурс и мужает. Всегда открыт он для друзей и их заботой окружает. И наша школа 10 лет несет свой факел вдохновения. И факел этот дарит свет для ярких творческих свершений.